Библиотека Конгресса США выразила благодарность архиву казахстанского президента. Накануне работники архива передали в этот крупнейший в мире храм книги сборники материалов по истории нашей страны. Благодарственное письмо было озвучено сегодня на Международной научно-практической конференции архивистов в Алматы. Ведущие эксперты США, Узбекистана, России, Кыргызстана и Казахстана обсудили состояние архивного дела и его перспективы. В современном мире эта отрасль должна стать частью единого информационного пространства, считают они. Поэтому важно не просто внедрять последние технологии, а интегрировать все цифровые ресурсы в единую мировую систему. Да, архив президента Республики Казахстан работает над интеграцией сил для того, чтобы мы могли, наши казахстанские архивисты, могли быть в курсе вот последних достижений архивных технологий, и чтобы использовали для себя. Для этого мы сегодня проводим эту международную конференцию. В докладах зарубежных ученых и специалистов содержится очень много полезных сведений, информации о последних достижениях, о внедрении новых технологий в архивное дело.